хоккейный «Сокол» одержал третью домашнюю победу подряд. Наши земляки взяли верх над командой «Ариада» из Волжска. В начале второго периода красноярцы вели со счетом 2-0, однако к середине встречи гости смогли сравнять счет. Весь второй период ни одна из команд не могла получить превосходство. На последней 20 минутке нашим игрокам удалось пробить оборону соперников. Благодаря мастерскому удару шайба прошла между щитком вратаря и штангой ворот. Этот гол для «Сокола» стал победным. Итоговый счет встречи 3-2 в пользу красноярцев. Последняя игра этой домашней серии состоится 28 января. Соперником будет хоккейный клуб из города Саров. У нас проигрывает не команда, а личности. Вот. Поэтому будем разбираться, будем анализировать, корректировать и готовиться к следующей игре. То есть так просто мы сдаваться не будем. Ребята сегодня молодцы, сегодня тоже опять выкладывались, опять старались очень серьезно так, и порой перехлестывали эмоции, где-то совершали тоже какие-то ошибки. Мы сегодня неплохо сыграли в атаке, создали опять моментов, очень много моментов создали, и таких конкретно голевых не могли никак гол забить. Но слава богу, что в конце все-таки дожали, забили важный гол и заработали 3 очка.